Добрейшее утро, дорогие мои друзья. Просыпаемся. Нас ждут великие дела. Какие дела нас ждут? Погода шикарная. Метель за окном. Маленький снег идет. Сейчас поставлю вас. Погодите. Свет-то включу. Проснулась я очень рано, но не хотела вставать с кровати. И сделала это только сейчас. Имею полное право. Хотела полежать и ничего не делать. Как обычно. По старой доброй традиции. Выбиваем коллаген. Капустка моя сок дала. Аж бродит, бедняжка. Полная она у меня этого соку. Все хорошо. Крышку одной рукой не сниму. Ладно. Так. Пьем. Приводим себя в порядок. И планируем, что будем делать. Давайте покажу. Смотрите, я села. Помните, вчера аж до полного она была. А села, потому что это значит, что она дошла до кондиции. Сегодня можно брать закваску. И готовить хлеб, замешивать. Что, собственно, я и сделаю. Сейчас, чуть-чуть попозже. Как ваше настроение? Что сегодня будете готовить? Чем занимаетесь? А, с началом рабочей недели вас. Кстати, совсем немного времени осталось до новогодних праздников. Желаю вам эти дни, чтобы пролетели быстро, без напрягов. Обычно в конце года на работе бывает какой-то ажиотаж, нужно какие-то хвосты доделать и все прочее. Вот желаю, чтобы у вас эти дни пролетели быстренько и без нервотрепки. Ой, еле вошла в меня эта вода, целый стакан. Доброе утро, друзья мои. Просыпаемся. Пошла приводить себя в красоту.